Карина, а Дима, а чё у вас аватарки одинаковые? Ну, как косячка не хватает. 20 минут до запуска, ебать. Exceptions, music, not, 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 premix, боги, бренды, войны клонов, джоны, когда волк молчит, крокодил, мемология, мода, нет, я не рябка, ощущение на кончиках пальцев, радуга собаки, волен, угадай игру, фу, опять аниму. Самый умный. Трёха, напомнишь, когда там взлет будет? Через 20 минут, парни. А что через 20 минут? Взлёт SpaceX отправляет двух. Бля, я надеюсь, они не разобьются нахуй. Тема нашего раунда. Угадай игру. Войны кланов. Вот. Ощущения от мира Ведьмака. Нут-нут. Бренды. Бренды. Я не Дима. Дима выбирает. Дима делает. Простите. Какой-то негатив я чувствую. Это был буллинг? Нет, это не был буллинг. Ты что, охуел? Я просто констатировал факт, что я не Дима, блять. Я Лёша, алло. Что началось вот это? Дима, делай выбор. Слышишь? Димас, а что ты на ведущем-то решил? Понял? Я не понял, блядь. Ну, выбирай, Димас. Я не Дима, Дима, блядь. Бренд, назовите бренд. Жми, это же, Баленси... А нет, опа! Подожди. Я в него плюю, и он что, не слышит? Или, блядь, у меня RTX глушит, блядь, мои плевки. Ебаный RTX, я плюю тебе в лицо. Подождите, тише, тише, Муни, что это? Ну, вообще, это Баленсиага. Это уже было Adidas. Нет, это наёбка. Такие кроссовки у этот. Этот бренд какой? Ой, хуй его знает. LG. Что? LG. LG? LG. LG? А почему LG? Нет, увы, это не LG. Off-White. Это Off-White. Серьезно, блядь? Я понял. Что такое? Что такое бренд Off-White? Я не знаю. А это что за бренд? Да это Gucci. Это Гуси. Все я. Gucci, Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang. Арсений шарит. Назовите лучший, по мнению автора, бренд. Да это Puma, классика, черно-белые полоски. Puma, ща красава. Пумочка, пумочка, девочка. Это ты, Пума. Девочка-сказочка. Пумочка, девочка. Назовите бренд. О! Это, блядь, Shia LaBeouf, Just Do It, это Nike. О, я думал, бренд Shia LaBeouf есть. Да, это, блядь, Nike. Я сначала, думал, что обсируньку, а потом как понял. Угадайте игру. Нет. Это Skyrim? А спой песню. Давакин, Давакин. Что-то там, что-то там, что-то там Skyrim. А при чем тут помидор? Один в один. Это хуй знает. Весь получается в Skyrim. По сладкому рулету. Рулет, ну, я нигде, кроме Skyrim, не видел этот помидор. Да, типа, это Майнкрафт. Это жизнь вообще-то, блядь, планета. В смысле, блядь? Если вы не знали, планета так и выглядит. Это Майнкрафт? Я думал, это Куб Ворлд. Бля, почему не Куб Ворлд? Это же кубы и миры, блядь. Не? Назовите игру. У меня ничего не прогрузилось, так что, да. А, вот. Это Injustice какой-нибудь. Какой-нибудь. Я не особо душный, но я тупой, поэтому... Давай, я выведу вам взыт, ребята, еще 17 минут. Если бы ты спросил часть, я бы сказал, либо гонка, либо вторая. Я к тому, что если вы даете ответ не как написано в ответе, то я не буду засчитывать, даже если это... Ой. Что это? Я увидел Dota 2, и что-то мне плохо стало. Это правильно, но это не Dota 2. Ага. Медуза. Чужой и какие-то пушки. Это XCOM. Так, но пушки были, я думал, здесь что-то реально за... Ну, блядь, хуйня. Странно. XCOM 2, кстати, я бы доебался до двойки. Блядь, а нахуй я нажал, сука, ёбаный. А нахуй я нажал? Нахуй я нажал, блядь? Ну смотри, что ты видишь? Блядь, это легко. Total War? Total War. Абсолютно неверно. Неверно, да. Может, я... Цивилизация? А какая? А, блядь, точно. Да любая, да почему? Четвертая. Мне нужно с частью. Да в любой цивилизации. В любой цивилизации ты можешь прокачать и, блядь, оставить себе. Да, блядь, там цивилизация просто написана. Да понятно, что написано, это просто душный. Бля, у кого-то шуршит. Там Карина шуршит. Карина, не шурши.
Какого дьявола ты здесь шуршишь? Погода ухудшается, они думают переносить. Бля, да куда переносить уже? Кого? Назовите актера. Не видно, блядь. Так это ж дядя Петя, ёпта, со второго подъезда, блядь. Его зовут Джек. Джек Николсон. Ну, похож. Нет, там лица не было видно-то толком. Ну, похож все равно. Зовите этого актера. А это кто? Блядь, зачем я нажал? Как его зовут из Топ Гира? Дональд Трамп, блядь? А, из Топ Гира? Как его зовут? Джереми Клаксон? Ё-моё, ну там буква неправильная, возможно, я тебя не услышал, но ты великолепен. Ну, я бы даже не ответил. Все правильно ответил. Ну, он, по-моему, Клаксон сказал. Да, Кларсон. Ну, там Джереми Кларсон. А это кто такой? Это... Хан Соло. Это, да, Хан Соло, он же Индиана Джонс, он же Том Фо... Блядь. Том Сойер, точно. Том... Том Хэнкс, блин. Какой Хэнкс? Том Траволта. Том... Блядь! Том а может Джерри. Он, может Том он не Том Джерри. Вообще? Может он Том Харди? Форд. Блядь. Смог. Это самое последнее, что мне в башку пришло. Я уже какой Хэнкс, блядь. А это кто? Ой, ну это... Блядь, всем я нажал. Джеки Чан. Это актер прям? Лю Кэнг. Да, это актер. Ну не этот, а на кого он похож, типа. Именно, он похож на актера, именно, да? Это да, на какого-то актера он похож. Мне так кажется, я не думаю, что это он. Если это актер, то хуй знает. Так это он. Это Кодзима, да? Блядь, какой-то, ну, я хуй знает. Актер, ну, может, это прям сам актер. Давай я не ебу, блядь. Пусть будет Кодзима, блядь. А я думаю, это Джонни Депп, похоже, типа, прической, усами там. А в Джонни Депп сколько Н? Я, наверное, хуй знаю. А П сколько? Серьезно? Депп, 2 тоже, нахуй. Ебать, ну он гений получается. Только это Джон Депп. Я даже не подумал. Джон. Не, ну по прическе, типа по усикам. Там, да. Что он сам актер? Блять, отложили. Я даже не узнал. Зовите мультсериал. Люки Бобры. Я засчитаю, а по-русски знаешь, как он назывался? А, без понятия. Неправильно он называется. Я на украинском только смотрел. Ну все нормально. Крутые бобры он назывался. Да он Angry. На английском Angry Beavers, поэтому на русском даже не понимаю, да, что... Да. Как вы так перевели? Да, да. Они у нас назовите крутые. Мультик. Хакуна Матата. Ой. Это Тимон и Пумба. А, это Пумба и Тимон, так что нет. Тимон и Пумба. А это что? А, так это же Чёрный плащ. Пой песню, ебать. А, Чёрный плащ. Только свистни. Он появится. Чёрный плащ. Ну-ка. От винта. Давай, Нужно сейчас соточку. Чёрный плащ. Накинуть. Да ладно, чё ты? Что за мультик? А, это маска? Маска, да. Это маска. Я так долго допирал, но у нас нигде этот мультик не показывали. У нас нигде даже не шел. Показывали. Там я маску видел, да, только на кассетах записанную. И все. Я не помню, я не смотрел. Ё-моё. Могу я ждать в засаде долго, чтоб канарейкой закусить. Все эти хлопоты без толку. Давай-ка лучше Магита зловить. У нас нелегкая работа, но знаем мы, везде нас ждут. И что там это? Про котика и канарейку мультик. Но я не помню. Канарейку зовут Твитти. Сильвестр. А, это тяжело. Да. Я что-то про этот мультик вообще не подумал. Ведьмак. Там бабушка мира... еще такая. Не полетят, говорят, короче. Ведьмак от мира головоломок, от первого лица. Кейк. Это портал. Какая часть? Это первая. Это первая. Ну, там вообще без части как бы должно быть. Ну помнишь, что я говорил, что я буду доебываться? Если написано, то я буду доебываться, пацаны. Там так написано. Это такое. Ну, это бред, типа, чел. Но ну, это бред, потому что Кейк реально был в первой вообще-то части. Вообще-то он был в первой, но во второй были только отсылки. Но не это... выкупаю, зачем ты доебался, ну ладно. Да. Ну, я к частям сказал, буду доебываться. О, лол. Постал. Отчасть. А, второй. Ладно, хорошо, я изменю сумму графона. Чего? Нахуй на субботу. Ведьма? Это правильно. Я тут просто знал, что во втором именно можно стрелять. И рейд посмотрим, и старт посмотрим. Так, не буду тогда вообще, нахуй эти части, похуй вообще навсегда эти части, пизду. В игре отсутствует возможность общения между игроками, включая один звук. Джорни. Это лучшая игра? Я не играл в нее, она же эксклюзив пока что.
Бля, охуенный. Надо ты будет прав. Поиграть. Я тебе правильно очки вернул, графон, там посмотри. Там еще плюс 500 надо было. А, еще нихуя плюс 500. Ну да. Нихуя ты. Ну, да ты типа, там... ты мне накинул вот только 500, вот. А я держу минус 1000 вот проебал. Да, что-то много. Ведьмак от мира Action Adventure. Это? Grand Theft Auto. А по-русски? Ну, там, великий вор автомобилей. О, ну тут не доебешься. Хули нам РПшером. Ну да, блять. Создатель гений. Это просто. Но это Metal Gear Solid, наверное. Ты был так близок и так далек. Ну это экшен, типа. Экшен? О, Death Stranding. Я, кстати, не думал, что Death Stranding это экшен. Ебать экшен. Пиздец. Ебать шли. Экшен. До лицо в экшене, блядь. Чё надо ответить? Чё надо ответить? Песня. Автора? Давайте только название песни. Давайте только название. МГ Stealth Action, он же Stealth Action. Марк Ронсон, блин. Я бы тоже тебя засчитал МГС, но просто другой ответ. Бред вообще какой-то, реально. Потому что я не думал, что это экшен. А надо ответ песни только, да? Достаточно. Для меня достаточно название песни. А, она пока уже есть? А? Бля, бля, так бесит, когда тишина после, когда вырезает. Это ж капец. Аж типа это. Знаешь, я буду вам передайте Рентию, что запуск ракеты перенесли на субботу из-за погоды. Да, я Прибавь. Читаю это в чате, я это все видел уже 5 минут назад. Да, я понял, Серега, полет. Я вам буду говорить перед песней. Спасибо, мужики. Типа название и исполнитель или только название? Только название. Это Гавана. Гавана, да. А исполнителя сможешь ебать? А, девка француженка. Забейся, ты и так молодец, там ебанешься. Гавана, Бака, Камила Кабелло. И Янг Тук. Как-то так. Только название. А что за нут-нут? Это мем какой-то? Наверное. Походу. В песне было название песни, вы слышали. Нут-нут? Единственное слово. Трампец. Ты думаешь, мы поняли, что там поется? Блядь, я думал, там песня про Трампа. Слышу об этом. Хуй его знает, что это, блядь. Не, ну тут ремиксы какие-то странные. Плакат 9 мая нагнали. Такой, а, я позгуглил, это... Ани Ленокс. Пластилиновый такой. Бля, мужики, ну кто такой вообще в голову лезет? Это ж... Так, у нас никто не в минусе. Ну, кроме Димы. Беспроигрышная игра у нас. Конечно. Автор игры Владимир Хиль. Мультик про пингвинов. Опять аниме, блядь, заебал это. Опять аниме? Крокодил. Джоны. Мода, мемология, какая тема? Are you а, я понял. Я как так, эксперт Дима. По мемологии выбираю ее. Давай. Я не ебу. О, я знаю. Somebody touch my spaghetti. Че? Он просто великолепен, блядь. У меня в этот момент просто играло видео с этим нут-нут, я отвечаю, у меня там на фоне нут-нут. Что это за покемон? Ну тут тоже название. А ёбаный Джуджо это или что это? У моего Шиндеру Нани. Нани? Кулак Северной Звезды. Как переводится моего Шиндеру? Ты уже мёртв. Ты уже мёртв. Там you already be dead. Это что? Что это за покемон? Бэма? Это блядь, Обама? Ну. Так? А чё так страшно, блядь? Обама, да? Это не, крипи, мем не так называется. Это крипи Обама. Можешь? Крипи Обама. Почему мне страшно на него смотреть? Не так мне вот неприятно, блядь. Вот, аж ну, сжимается это... всё. Но это типа не наш мем. А что это, Обама, потому что это? Нет, блядь. Думаешь, это наш мем, я уверен. Ну мало ли. Это Обамунга. Блядь, реально страшно. А чё? Это среди-то, видимо, где-то там. Ну тут все легко. Ха! Тонкс! Когда Raid Shadow Legends заказали рекламу. Стоит стример успешный. Ну, давайте за 2 соточки, ебать. Блять, ну блядь. Это Knuckles, типа, из Уганды. Да. Ага, а что они говорят?
А говорят, говорят. Я что думаешь, помнишь, что они говорят, блядь? Do you know the way? А, do you know the way, да, это my queen, блядь. My queen, да. Ебать, ты неплохо их изобразил, кстати. Блядь, ни на один мем не ответил. Охуенно. Джоне. Лидер всемирного сопротивления в войне между человечеством и машинами. Последняя это надежда человечества. Это Джон Коддер. Машины восстали из радиоактивного пепла. И Джон Коддер. Тут все, Джоны, если что. Потерял жену, убили собаку. Джон Уик. Джон Уик. А как его звали еще? Прозвище какое у него? Ваня. Баба Яга. Белорусская Баба Яга. Опасайтесь Ваню, пацаны. Ваня. Он же цыганская вроде. Нет, он цыганин, и ему сказали, Иван, зачем ты сюда пришел? Один из основателей участников группы The Beatles. Джон Леннон. Джон Леннон. Ты, кстати, похож на него. Да нет. Не, вообще не пойду, просто когда я на тебя смотрю, ты как будто бы похож. Ну он просто русский. Ну да, я русский. У меня нет правильного ответа, что интересно. А, я смотрю на Джона Леннона. Я знаю, это сейчас, блядь... Ебать, Джон Леннона. Джонни Ди, что ли, который? Нет, 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 это из первого Red Dead Redemption. У меня даже правильного ответа тут нету, пацаны, ну, поэтому... Ну, как его зовут? Джон... Ну, там Марстон, американский что ли? Предприниматель, Марстон, филантроп, да. Первый официальный долларовый миллионер в истории человечества. Это Джон Рокфеллер, блядь. А сможешь ли ты назвать его middle name? No. Его отца звали Дэвис. Дэвис, Джон... Какой я хуй его знаю. Блядь. Ну, Джон Рокфеллер, блядь, это. Рокфеллер? Джон Дэвис. Дэвис. Мода, блядь. Fashion, my profession. Мода. По шкале от 0 до 10 это... У меня нет... Ага. Да, это, блядь, Kanye West? Да. Я это не... Нет, это типа ответить, по шкале ты? От 0 до 10 сколько дашь оценку? Бля, семерочка, нахуй. Ну вот, знаете что? Это какая-то хуйня. Это ху... А сколько ты скажешь? Тупая 10 вообще. 10, понял. Я, блядь, давай я тебе нажму... Блядь, даже не знаю. Типа... Если сейчас второй ну, ответ это тоже ж, такой это будет, мем, блядь. Типа Kanye West, законодатель. Это... Короче, это 0 из 10, я не понимаю, что это за хуйня. Это 10. Что, что там? А, блядь, это посетитель аромата. Вы знаете, что это за хуйня, нет? Да, это Маша смотрит такое. Шкале от 0 до 10. Карина, громко очень было сейчас. Сколько здесь? Я нихуя не понимаю. Не нажимай, нахуй. Блядь, миллион из 10. Блять, ну короче, Терентий, сколько от... Не нажимайте эту хуйню. А, миллион из 10. Блять, забей, нет, я просто... Не нажимайте эту тему больше никогда, это хуета какая-то, блять. Это для зрителей. Я тебе сейчас верну очки. 400, да, 2400 у тебя. Не нажимайте просто, блядь. Окей. Это какая-то еботека, блядь. Смотри, слушайте. Оставим. Специально, чтобы, ну, как бы, на фоне Кима она хорошо смотрелась. Бля, можно скипнуть это? Это троечка. Просто давайте вы выбирайте моду. Просто выбирать, да. Крокодил, выбирайте ебать. Моду. Крокодил, назовите животное. Это индюшка. Индюшка. Блять, а вот рофл-рофлами, а я как-то наткнулся, там я полностью нажимаю, есть блядь. Пробы вот эти, там 2 часа вот такого контента. Люди изображают животных. А, ну это у актеров ебать, такие, да? Да, конечно. Что это за животное? Правильное название, только, блять, правильное. А, это... Блядь, это стервятник? Сука. Вот, дай я кое-что посмотрю. Время все равно есть, потому что я тоже так думаю, но тут есть другое название. Я думаю, это одно и то же. Нет, оно нога начинается. Нет, я нога. Хочу узнать. Стервятник. Оттенок. Нет, это походу не то же самое. Нет. Ну окей. Это гриф? Да, это гриф. Ох, нахуй себе ебать. Ну гриф типа то, что ты всегда думаешь, что они тоже стервятниками называются и все. Ну грифы, по-моему, тоже стервятники. Блять, это кошка? Да, блять, странная хуйня, но из-за красной какой-то хуйни я скажу, что это бык. Это бык, ползает, и такой. Ну он это просто не шипит, низкий шипит. Бык. Низкий бык. Ну это крокодил же, аллигатор. Это аллигатор, крокодил. А нахуя ему красная тряпка-то? Это ну, мясо. Это мясо, типа. Мясо. А, блять, я из-за тряпки забыл. Что это? Но тут легко. Где это легко, блядь? Что это легко. Я вам подсказку сейчас дам, когда закончится. Богомол, блядь, какой-то. Да, да, это он. Палочник. Это богомол.
Да, а что делает самка богомола после спаривания? Откусывает вот этому челику голову. И как ты считаешь, она правильно поступает? Я не... А кто ты такой, чтобы судить ее... природу, правильно? Судить, вот да. И все. Вообще она это делает, спасибо. Чтобы прокормиться, нет, спасибо, типа. Не чтобы опа, прокормить так. Этот а? Плод. А это кто? Это Спуди. Таракан, блядь. Таракан. Таракан, да. Это Тоби Магуайр на пробу. Выполз, блядь. Я опять плачу. Блять. Он, ребята, из будущего. Супергеройский, что? Ну, классно. Бэтмен будущий из будущего. Да, это Бэтмен будущего. Хрена себе. Жестко. Жестко, да. Назовите мультик. Кто не назовет, бан. Тут, блядь. Приключения Джеки Чана. Назови все эти талисманы, ебать. Да, 12 талисманов. Блять, ну давай попробуем. Петух, заяц, овца, тигр, мартышка, дракон, змея, конь, бык. Овца. Уже была, да? Да. А бык был? Собака бык, была. Собака. Еще два каких-то. Ты тигр... уже красавчик. Тигр и крыса. Да. А помнишь, что как что работает, ебать? За эти мультики, ебать. Плюс-минус. За эти мультик. Петух был, я говорил, в самом начале. Ай, блядь, так это ж Годзилла, нахуй. На туре. Да. Крик Годзиллы. Я хотел сказать, хуйня встает из воды, такая... Просто тихо было слышно в начале, я даже не понимал, что там. Ух, не назовешь бан. Да, блин. Да, сука. Люди в черном. У меня просто игра еще на Денди была про Годзиллу. Блять, дал бы послушать. Один из лучших опенингов. Я же нажал. Охотники за привидениями. Охотники. За призраками. Украинец. Ghostbusters. Я думал, у вас привидения по-другому. Как о, аниме. Привиды. Привиды? Да. Наконец-то аниме, господи, блядь. О, анимочка. Откуда она эту мерзость притащила? Не знаю, что это. Я даже сам, ебать, никогда бы не назвал, что это. Я сам, ебать. Это жесткое какое-то аниме. Кровь триединства. Жестко. Ну тут изи вообще. Как же я люблю аниме, эмо, психа. А циферка в конце? Да я ебу, что ли, 100 или 200 там вроде бы. А это важно? Да, конечно. Я тебе, я за моб психа засчитаю, чувак. Ну, 200, наверное, хуй. Да не, блядь. Минусу ему сразу же. Блядь, ну что вы какие душилы? Он моб психа сказал, этого достаточно. А сотка? Бля, я не смотрел, она классная. Я не помню, я его залпом на стриме смотрел, блядь, чуть не умер, нахуй. Бля, он охуенный, ты чё? Одна, мне не особо зашло. Ну зашло, как бы, ну. Дровчики, дровчики. Мне кажется, это Castlevania. Это Castlevania. Слева челик слишком палится. Палится. Ну, я не смотрел, кстати. Не смотрел аниме. Блядь, никто из вас не назовет. А я смотрел это аниме. Там дракон. Про дьявол. Нет? Это с задней парты. Дьявол с задней парты, что типа такого. Бля, я тебе и так засчитаю, ты неплох. Так это школьные колбасеры, чем ты думаешь? Бля, тьма задней парты. Там был Громопётр, если я не ошибаюсь, блядь, дракон. Это Йети сумасшедшая. Сука. Ой. Это Константин, ебать. О, это так такой. Это ж это, покемон вырос. Так такое тоже никто не смотрит, пацаны. По факту. Явися, Зазель. Можно просто Зазель? Да, давай, следующий раунд. Следующий, да. Я просто дальше буду нажимать, у меня нет кнопки следующий раунд, у меня есть кнопка дальше. Ну это 10. Это 6. А, 2, блядь. О, 2. Давайте вы попробуйте так угадать, сколько это, по приколу. Это 10. 3, 3, это 3, блядь. 10. На троечку. Кто-нибудь. Ну давайте я попробую оценить. Я думаю, это где-то 7. 0. А. Это 0. 7. 7. Понятно. Вот видите, я угадал. 7, а вы не смогли.
Круто, ответ. Но гений и мыслит одинаково. А здесь сколько, пацаны? Ну, я думаю, 6. Это, я думаю, 4. А что это штора 0 из 10? Шестерочка. У вас вкусы просто определенно обратные, блядь. Ёбаный в рот. 10 из 10. Ну, шторы, видимо, такие же, думаю, хуй знает. Блять, вот это тема. Таких тем, пожалуйста, не да, надо жасик. Никогда добавлять. Они слишком узконаправленные и. Ну, да, типа, слишком нужно быть в теме. Exorship Explosion, короче. Радуга, мьюзик, топ-бачки. Божества. Итак, выбирайте, пожалуйста, Каринал. А что я не могу выбрать? Был какой-то что-то, не припомню, как его звали. Сдаюсь, забыл. А был что это за тема? Это бог, бог забывания, я уверен. А, это бездомный бог. В смысле, блядь? Так это же не аниме с ракетой. Это не аниме с ракетой. А, блядь! Забытый бог. Пиздец, блядь. Да, ну там тоже забыли мужичка. Бог смертных. Член пантетриота девятибожья. Это тоже божество, связанное с похоронами и погребальными обрядами и ответственное за наступление времен года. Бог смертных. Зовут почти как мальчика. Маликус? Аркей. Так это он Аркей, так и звали его, нет? Нет, его звали Атрей. А, да, похуй. Бог без определенного места жительства. Бездомный бог. Блять, с ракет время сиять было. Классно. Я уже посиял только что на -1500. Дочь Локи и великанши Ангброда, ей дано царство мертвых. Ну давайте, блять, это. А, Фрея, да? Фрея, ты красавчик, ты знаешь бога Фрею, но это не она. Блять. Бля, как же ее звали? Царство мертвых. Ну так. Хель. Точно, Хель. Точно. Она правительница Хельфхейма, ну пацаны, как вам? Да. Один из трех богов, поделивших, нет, после войны с титанами, бог подземного царства. Аид? Аид. А где самый пиздатый Аид был? А в Геркулесе, естественно. Ну тут, блядь. Если, это хорошее слово. Так, поехали, радуга. Давай. Назовите персонажа. Блять. Черная пантера. А, черная, я думал, радуга Rainbow Six, блять, ёпта. Сука. А я такой думаю, это что за оперативник, блять? Ёб твою мать. Я уже тоже подумал, что за оперативник. Так, блять. Сериал и персонажа. За имя плюс 500. Да вупси, не пупси. Да мне пофиг. Это, короче, Жожа. No, это что? It's Jojo Reference. Это сериал Жожа называется? Ну, это исполнитель, так сказать, главной роли. Исполнитель главной роли Жожа, так. А сериал как называется? Сериал Жожа Reference. Жожа Reference? Ты, блядь... Я ты... Или синий экран, что ли, был? На котором сидишь, блядь. Нахуя ты это делаешь? Улица Сезам какая-нибудь. Это Филадельфия всегда солнечная. Карли Келли. А это разве не Жожа играл вот эту... Играй другую тему. Нет. Назовите имя. Да вот же он. Филси Фрэнк. Блять, дайте с ракету. Я с ракеты, я тебе рубль дам, держи, а то они тушат тебя. Да куда, нормально. Я бы сейчас пробил дно через... Вот, давай с ракету, он знает, я уверен. Конечно. На, с ракет. Давай, с ракет. Давай. Давай, давай. Это Шансунг. Вот, Самсунг, нормальный парень. А что умеет делать Шансунг? Превращаться в других вроде. Души забирать, там я не помню, что он умеет. Шансунг. Молодец. Какого цвета, я что-то не понял. Смотрите этого персонажа. О, это татары, блядь. Это доктор Манхэттен. Вот по факту правильно. Вот я сейчас, погоди. Это доктор Манхэттен. Да, я тоже знаю, что он доктор. Просто, блядь, написано... Это мистер Манхэттен. Мистер Доктор. Может, это от перевода зависит? Нет, он доктор. Когда волк молчит. Козел, кстати. Там уже... Там уже нас нет. Блядь. Ау. Я в этом говне варюсь, пацаны, просто. Продолжите фразу. В жизни всегда есть две дороги. Одна первая. А другая вторая. Поехали, поехали. Безумно можно быть первым. Лучше, чем не быть.
быть. А, ну да. Блять. Лучше, чем не быть. Лучше быть, чем не быть. Сука, да-да-да. Долго Бля, вот это фраза, пацаны. Ауф-ауф. Каждую ночь мы думаем, интересно, я... Думаю. Блять, первый раз волк смог тебя обскакать. Бля, опа. Ты шо? Опасно. Ну это, кстати, не, вообще, это не ауф нихуя. Ну да, но... Это какая-то... Я думал сказать, только там осуждать надо было бы. В смысле, геев мы не осуждаем. Ну, мало кто сказал, поймет, но кто поймет... Тот поймет, блядь. Охуеть. Охуеть, вселенская мудрость. Ты бы мог писать просто эти мемасы. Блядь, почему такое у меня такая хуйня, блядь, когда я отвечаю? Но в игрофонах пишет кто-то другой. Я понял, кто поймет. Кто поймет? Это изи, изи вообще. Тот понял. Да. Да, да. Нет, нет. Нихуя. Мало кто поймет, но кто поймет, тот не поймет. Тут мало. Тут мало, что ли, блядь? Мало, да, наверное. Блять. Тут мало кто, блядь. Но это уже high level, типа. Да. Из какой игры музыка? Я даже без счастья приму. Наконец-то, блядь! Это же Sims 4! Как ты могла так проебать? Монка С, нахуй. Как, блядь, это вообще... Да это Sims, да. Sims. Охуеть, сейчас просто страшно. Из какой игры музыка? МГС 5 Phantom Pain. А назовешь, чья тема? Если скажешь, чья тема, на каком персонаже играла, то я тебе еще накину. Ну, это Казухира Миллер. Кто это, блядь? Нет, 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 нет. Но ты прав, да, это Quiet. А, это Quiet, бля. Я просто помнил, что там были моменты, где Каз, типа, цитатки умные затирал. Я думал, это его. Без части приму. Devil May Cry. А часть? 5. Я бы и так принял. Все нормально. Ну ты обманщик. Тоже без части. Первого, значит, это может быть? Они выпускали охуенные игры. Игры были прям пушечные-пушечные. А потом выпустили... А потом выпустили такую... Прямо это было... Это... Короче, это что-то пивоваровское, факт. Да? Бля, песня прикольная. Не, я Роденская, я не знал, я не играл в эту игру. Какой игры музыка? Это The Witcher 3. Ебать! Ты как угадал? Ну это же острова эти. Да, наёбывай. Это Скеллиги. Конечно, он наёбывает. Наебал, блядь. Очень похоже. Это что-то другое. Это игра была сегодня уже. Там играет непонятное такое существо. Ну, в целом понятное, очень похоже на человека. И там шарф длинный. А, ну, саундтрека я не знаю, сори. Бля, похоже на Острова Скеллиги. Ну, может, не похоже, хуй знает. Ну, что такое эксерпшн? Я не знаю, давай. С какого фильма отрывок? Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Еще раз. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Вот это RTX Voice, блядь. А он точно смотрел ту часть? Ты точно не на Порнхабе видел? Я максимально гиперактивный мистер человек. I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's... Это Джокер? Это... А как Джокера зовут? Хоакин Феникс, блядь. Джокер. Его так зовут, Джокер. Так и есть. А? Ну, на самом деле, я не знаю. You get what you deserve. I have two number nines, a number... GTA San Andreas. А кто говорит? Big Smoke. А полностью его монолог? All you have to do is follow the damn train, CJ. В смысле, Big Smoke. Ну, этот монолог, типа. Ну ладно, помню. Я и так зачитаю. One number nines, one number seven. Double number nine. Six with extra deep. Ебать. And a large soda. If you let my daughter go now, that'll be the end of it.
Taken. Нихуя Заложница? Ебать. Как она у вас называлась? Ты ж, нихуя себе. Бля, Теренти, я думал, что просто никто не ответит даже. Нихрена. А как она еще раз называлась? Taken. Заложница, наверное. Заложница? Ну ты не знаешь, там Лиан Нисон играл? Не. Ебать, это жестко. Из какой игры? They got caught with their pants down and they took it hard. Без части, да. Outcome. Train go boom. Без части, не? Бля, нихуя, не знаю. Поезд сделал бум. А, ёпта, блядь. Боба уже в это не играл даже. Конечно, Дартфов. Собаки. Из какой игры собака? SM4. Ебать, он даже части знает. Ты а такая рамка уже наиграла. Куда это собака? Есть части. Это Фолыч. Фолыч. Да, все верно. 1-2 не Вегас. Походу, типа, в других не было. Да, я бы ответил, что третий, наоборот. Откуда эта собака? Из God of War, наверное. О, God of War. А почему так? А просто по графике показалось, что так. Я даже не играл, просто God of War. Тебя. Бля. Я хотел дать подсказку, но... Это Horizon. Уже один, уже один ответ. Нет, это не Horizon. Или Far Cry. Может, Far Cry? А может, реально Far Cry? А, Primal. Far Cry Primal. Бля, я мне показалось по графике, что это God of War. Что в ракете происходит? Откуда этот собакин? О, это Dragon Age. Да. Dragon Age. Как они назывались на M-то? Мабари. Мабари? Да, Мабри или Мабари, как-то так. Мабари. Откуда эта собака? Да. Вечер первый. Бергест или как-то так они называются. Сейчас я Димасу быстренько. Я долго думал. Похоже. А, Теренти, вы победили. Бля, Анкор, мог бы накинуть больше, пиздец. А что так мало? Я думал, финал был. Я знал. Коротенький мочок. Откуда я знал? Да, вообще какой-то мизерный почетчик. А может еще один? Давайте еще один, да. О, ну я все, ребят.